наступившей счастливой субботой, дорогие телезрители! Мы очень рады, что в это особенное время, в конце трудовой недели, вы вместе с нами. Суббота для человека, а не человек для субботы, так говорит Библия. Суббота – это особый подарок Бога, а Бог никогда не делает бесполезных подарков. Поэтому, исполняя четвертую заповедь, мы делаем лучше самим себе, а не просто угождаем Богу. Нам очень хочется, чтобы в этот вечер все вместе с нашими гостями мы здесь, в этой студии, встретили день субботний. Дорогие гости, проходите к нам. Добрый вечер, счастливой субботы. Присаживайтесь, устраивайтесь поудобнее. Спасибо. Добрый вечер. Как вы себя чувствуете? Хорошо, слава Богу, все хорошо. Как настроение? Отличное настроение. Прекрасно. Да. Мы очень рады, что в этот вечер вы вместе с нами. Располагайтесь поудобнее, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Давайте с вами познакомимся. Да. Как вас зовут? Ярослав. София. Юля. Татьяна. Мы знаем, что перед тем, как вы попали к нам, у вас побывала наша съемочная команда для того, чтобы отснять видеосюжет. Да, было такое дело. Да, и как вам понравился процесс? Интересно. Что ж, я думаю, всем будет не менее интересно увидеть то, что отсняла наша съемочная команда. Я приглашаю смотреть на экран. Меня зовут Ярослав. Мы рады вас приветствовать в нашей семье. Наших девочек вы уже знаете. Старшую зовут Юля. Она у нас ходит в 5 класс. Младшая у нас зовут Софиечка. Она пошла во 2 класс. Наша семья, мы стараемся, чтобы она была христианской семьей, потому что мы все-таки христиане. И здесь, где мы живем, стараемся показать своей жизнью Иисуса Христа. Также мы являемся служителями церкви. То есть моя супруга, она имеет служение в церкви, она занимается семьями, решает семейные проблемы. Я являюсь пресвитером церкви. Я не знаю, о чем вам рассказывал мой муж. Мы с мужем совершенно разные. Он более эмоциональный, я более спокойная. Он любит более спокойный отдых, я люблю более активный. Для того, чтобы наша семья была счастлива, мы прежде всего стараемся больше общаться. Больше общаться в семье, больше общаться с детьми. А я что? Просто так? Конец. Конец. Детей мы стараемся приобщать даже и к подготовке, и накрытие стола, и каких-то сборов куда-то, если мы собираемся, для того, чтобы они также участвовали в семейных традициях. Мама на работе, и мы для нее решили сделать сюрприз-пикник. Вот я почти домешаю салат. Соня, ты помыла овощи, фрукты? Да. Так, доставай корзинку. Ну и, наверное, детей мы хотим видеть, чтобы они были добрыми, счастливыми. И чтобы они, наверное, прежде всего, наверное, любили Бога. И несли эту доброту, эту любовь в этом остальным людям. Это, наверное, является залог счастья, когда они передают эту доброту остальным. У нас каждую пятницу вечером семейный ужин. Мы встречаем субботу. А еще у нас семейный ужин каждый день ровно в 7:00. У нас есть вечером семейное богослужение, на которых мы читаем книжку «До встречи, Андрюша». С клубники для мамы и папы сердечко. А чтобы она не разломалась, мы прикрепили его к тарелке сгущенным молоком.
Бог благословил нашу семью, я могу сказать с уверенностью, что у нас счастливая семья. Потому что мы любим друг друга и потому что у нас есть Бог. Это очень важно в наше время, потому что миллионы людей, тысячи людей, миллиарды людей ходят по этой планете или не знают Бога, или не хотят знать, или им об этом еще никто не сказал. А на нашем пути появились люди, которые, на моем пути появились люди, на пути моей семьи, которые сказали нам о Боге, и я благодарен этим людям. Но в первую очередь Богу, конечно, благодарен за то, что я узнал, что Он есть. Что ж, интерес наш действительно был оправдан. Очень хороший сюжет. Спасибо команде, которая сняла. И вам, конечно, спасибо. У нас впереди еще целая программа, когда мы можем с вами пообщаться. Вы готовы к нашему общению? Да. Да. Поделитесь своей историей, вот как вы познакомились. Как мы познакомились? Ну, все очень просто. Я ее увидел и полюбил. Пришел, увидел, победил. Да, конечно. А как долго вы были знакомы до того? Как, от того, как увидел? Это был очень длинный процесс. Первый раз я увидел свою будущую жену. Я еще не был членом церкви, я еще не далек был от Бога. Просто у меня мама с сестрой, они раньше познали, что есть Бог. И у нас дома собиралась домашняя церковь. Молодежная домашняя церковь. Ну, мне было интересно, они там собираются, а я там в другой комнате или когда дома. И заходит такая девушка красивая. Таня сама к вам пришла. Да. Ну, она мне очень тогда первый раз очень-очень понравилась. Она мне тогда показалась такая, знаете, девушка недоступная, такая холодная, бастион такой, который Таня, надо взять. Как вы отреагировали на Ярослава? Вы его сразу увидели или нет? Нет. Я не заметила. Я не обратила на это внимания. Для меня был принцип человек верующий, который сможет разделить мои взгляды. Он таковым на тот момент не являлся. Нет, тогда он в церковь не ходил. Я, возможно, чисто так это не заметила. Сделала вид, что не заметила. Она еще не знала, что она уже все... Окована. Да. Зачарована. Да, она еще не понимала этого. Видите? Но если говорить о счастливой семье, то как вы думаете, что делает семью счастливой? Наверное, вера в Бога. Это то, что объединяет, да? Да, это то, что нас объединяет, в принципе, то, что нас поддерживает. Ну, я думаю, любовь делает качество счастливой семьи. Любовь. Все, всеобщая, большая. Любовь ко всему. Любовь недостатка не видит. Да. Это любовь. Это... Получается, если объединить, то любовь основана на вере в Бога. Да? Вот это то, что является фундаментом. Поделитесь историей, как все-таки у вас произошло. Дошло до женитьбы. Потому что я понял, что вы увидели Татьяну, а Татьяна на вас не обратила внимания. Ну, знаете, как бы Татьяна, у нее такая специальность интересная, она парикмахер. И я как мужчина или как парень должен был сделать первый шаг. Но я понял, что эта девушка будет моя. То есть я для себя уже это решил, понимаете? Мне надо было сделать первый шаг. Ну и как сделать? Ну как? Надо поехать и постричься. Хотя, как часто вы стриглись? Ну, в парикмахерских я вообще никогда не стригся. У меня отец всегда стриг. Понимаете, у меня отец, он владеет этим искусством. Ну, хотя мне было ехать очень далеко. Я поехал к ней стричься. Это серьезный путь. И так как бы вот в этой стрижке мы постриглись. Я еще был, наверное, последним тогда клиентом, как обычно, я так подугадал. Таня даже, наверное, не догадывалась о том, что это все целенаправленно. Нет, и как это стратегически она совершенно ничего не догадывалась. Потом я ее провел. А потом еще раз я провел. А потом я сделал ей предложение. Ага. Не казалось ли вам, Таня, таким рискованным, так мало общения, и сразу предложение выходить за меня? Я испугалась изначально. Но вы его уже к тому времени видели и знали, что это... Ну, уже видели мы, да, мы кое-как общались. У нас просто было более плотное такое общение. По крайней мере, мы чаще виделись, чаще встречались. И вы ответили как сразу?
Я испугалась. Я ничего не сказала. Она никак не ответила, она промолчала. Сделала такие большие глаза, ничего не сказала. Ну, вы знаете, я как бы, я ее понял. Я уже 2 года где-то ходил в церковь. Ну, а как все-таки произошло вот ваше единение с церковью? Как вы открыли для себя Бога? Я думаю, что это молитвы моей мамы. В один прекрасный момент, это мне уже потом мама рассказывала, ей снится сон. Угу. Вот у меня уже мама была в церкви, уже приняла крещение, сестра была в церкви, приняла крещение, и снится сон. Вот они стоят вдвоем на молитве, и голос: «А где твой сын?» А сын далеко, сын очень далеко. Сын не хотел знать Бога, ну, наверное, просто не хотел. И она просто за меня молилась. Я всем говорю, что меня мама вымолила у Бога, понимаете? Вымолила, потому что... Где-то год 24 начали проявлять, ну, такие изменения в моей жизни, крутые изменения. Бог одних людей убирал, других мне подавал, что я понимал, что не все так просто. И в 24 года я уже начался мой долгий путь к Иисусу Христу. То есть молитва матери. Конечно. Она совершила особые перемены, что это Бог активно чудо. Действовал в вашей семье, это в вашей жизни. Это было чудо в моей жизни, да. Я начал читать Священное Писание. Ну, знаете, как я читал? Тайком, чтобы никто не видел. Для меня на тот момент сдерживало то, чтобы сделать первый шаг и пойти в церковь, принять Иисуса Христа как своего Спасителя. Это мнение людей. И потом я уже понял, что мне, в принципе, это все равно мнение людей. Ярослав, нам очень интересно узнать, что вы для себя открыли, но хотел предложить, чтобы мы вернулись к этой теме после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Программа «Счастливой субботы» стала еще ближе к вам. Теперь следите за нашими новостями во всех самых популярных социальных сетях. В эфире программа «Счастливой субботы», и мы продолжаем наше общение с замечательной семьей Тихих. Мы остановились на одном интересном моменте обращения Ярослава к Богу. Оставайтесь с нами, и вы узнаете эту историю подробнее. Ярослав, вы говорили о том, что вы открыли нечто для себя очень важное, что помогло вам преодолеть барьеры и мнения людей. Что же это было? Я понял, я проанализировал свою жизнь, и я понял, что я на дне. То есть, если я хочу угодить человеку, я на дне. И с того момента мне стало все равно. Главное, я начал уже думать, что обо мне подумает Бог. Мне было все равно, что обо мне подумают люди. Мне начало очень беспокоить, что обо мне подумает Бог. И с этого момента, шаг за шагом, я приближал тот день, когда я заключил завет с Господом моим Иисусом Христом. Действительно. Девочки, а вы замечаете вот, руку Божью в своей жизни? Да. И как это проявляется? Когда вы это видите? Ну, я молилась, чтобы мне подарили планшет целый год, и на мой день рождения мне его подарили. Да. Прекрасно. И при этом мы это не знали, что она молится о планшете. Мы реально этого не знали. Мы только узнали недавно. Да, и нам только уже планшет уже второй год, и мы только вот недавно узнали, что об этом она молится. Слава Богу. Бог слышит молитвы, отвечает на них. А может, какие-то еще интересные опыты, истории были у вас в вашей жизни непосредственно вот в Божьем руководстве и опыты с Богом? У нас был совместный опыт такой, семейный, скажем даже, в отношении детей. Мы когда хотели Юлю отправить в первый класс, мы решали или в 6 лет ее отправить, или немножко позже, потому что были такие нюансы, что 1 сентября попадала на субботу. Угу. У нас был вопрос, хотелось для ребенка сделать праздник, а так как у нас школа небольшая, естественно, первоклассников очень красиво принимают. И еще второй был такой момент, что учительница, которая должна была у них преподавать в первом классе, она была, преподавала в воскресной школе. И чтобы не складывалось таких разных взглядов с учительницей, мы переживали, как она вот будет относиться. Слава Богу, конечно, мы не ожидали таких отношения, от такого отношения учительницы к ней. Она очень благосклонно к ней относилась, любила ее. То есть все под руководством Божьим было. И когда было 1 сентября, Софика была еще тогда маленькая, такая: «Юля, в школе музыка, у нас школа рядом, в школе музыка, тебе пора в школу идти». Она такая: «Соня, ты что, сегодня же суббота».
Ну, для меня это было приятно, что это ее решение. Это не то, что мы ее заставили, это не то, что мы как-то ее настроили, это она приняла. Сегодня суббота, я же иду в церковь. То есть где-то воспитаны в этом. Еще у нас был один случай, мне в школе задали написать письмо на восток. И когда я пришла с работы, было уже поздно, и она говорит, надо написать. И у меня такая мысль, пока я раздевалась, думаю, что же бы такого написать, чтобы человека все-таки обратить к Богу, как-то направить к Богу. И я открываю Библию, мне попадается 90-й псалом. Я ее предлагаю, она говорит, мама, он же большой, уже поздно. Я говорю, Юля, ты понимаешь, это история для человека, который может узнать о Боге. Ты должна как-то ее донести. Но мы ее написали. Этот псалом мы написали. Фичка, и как дальше была история с этим письмом? Я пошла в школу, и пока мы были на физкультуре, учительница распечатала 20 таких. Таких писем твоих, которые ты написала? Угу. Ну, как я не могу написать 20 таких же, так она распечатала их. И получается, что весь класс такие письма написал? Да. Здорово. Детки, вы, наверное, замечаете, когда вот ваши родители вместе, есть что-то особое, что их объединяет. Что делает ваших родителей счастливыми? Ну, мы, когда они на работе, а уже поздно, мы там им готовим макароны. Они, ну, мама просто не успевает готовить им. И мы... Готовим, они приезжают и... Вы иногда готовите для ужина для всей семьи. Делаете такой вот подарок для родителей. Вы делаете их счастливыми своими такими небольшими подарками, да? Молодцы, замечательные они дети. Они делают нам романтический ужин. Да, ужин делают. Какие умнички. Они ставят цветы. А в каком вы классе учитесь? Расскажите немножко о себе. Я учусь во втором классе. Я в пятом. Ты в пятом классе. Здорово. У вас уже, наверное, хорошо получается приготовить ужин. Вам родители нравится то, что делают ваши дети? Естественно. Нам это очень приятно. Мы когда едем, если Юля звонит, говорит, ну, надо купить тот и тот, мы уже понимаем, что у нас будет романтический ужин. Это нас очень радует. Это нас очень вдохновляет. Объединяет нашу семью очень сильно. Потому что дети – это та радость, которую дает Бог. Да, и мы как родители хотим, чтобы дети нас любили, и мы их любим очень. Слава Господу за то, что Он наполняет наши семьи любовью и радостью. Конечно, и слава детками. Богу. И своей любовью помогает нам делать друг друга счастливыми. Хорошо, думаю, что как раз время дополнить наше общение замечательным пением. Давайте послушаем. Давайте. Я пойду за тобой. Бы ты не повел меня, я исполню все, для чего ты меня призвал, моя радость тебе, всю свою жизнь я тебе. Теперь я пойду за тобой.
страшиться теперь. Никого не боюсь я теперь. Мы возвращаемся в студию, и я хотел спросить у вас. Когда вы слышите имя пророка Ильи, какие истории сразу всплывают в вашей памяти? Ну, с водой. Илья молился, и не было дождя, а потом помолился, и пошел дождь. Да, может, что-то еще вы помните? Ну, про ворон там. Замечательно, его ворон кормил. Но здесь есть интересный... сюжет, когда Илья прячется от Изавели, то он встречается с Господом. И Господь говорит ему, вот мы читаем 19 глава 3 книги Царств и в 11 тексте. «И сказал Господь, выйди и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. После ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь. После землетрясения огонь, но не в огне Господь. А после огня вени тихого ветра». Вот скажите, а как вы думаете, почему Господь иногда вот действует громогласно, а иногда подобно веянию тихому ветра? Как было в вашей жизни? Как Господь действовал? В моей жизни, наверное, Он в тихом веянии ветра. Потому что для меня Бог есть друг. Он действовал в моей жизни с любовью. Он меня терпел, Он меня вел. Он показал мне, что Он спас меня. И я такого громогласного ничего в своей жизни не видел. Он тихо меня вел, с любовью. В какой-то степени Господь, Он действует в вашей жизни так же спокойно, с любовью, заботливо. То есть то, что необходимо для вашей души. Он всегда рядом. Да, он всегда рядом. Вы знаете, нам порой кажется, чтобы, например, мы за кого-то молимся или за кого-то переживаем, или какие-то проблемы, или какой-то человек что-то делает не так, и мы думаем, ну почему Бог вот не вмешается, да? Вот почему Он там не возьмет его и не покажет, кто есть? Я вот думаю, это реально понимаю, что Бог настолько любит его, этого человека, что человек до сих пор жив. Вот в этом покаяться любовь Бога к нам, людям, ко всем людям, окружающим людям нас. Да, и вот возвращаясь к нашей теме, как, по-вашему, люди склонны вот более слышать такой громогласный голос Бога? Или веяние тихо? Вот в наше время. В наше время, например, если взять эгоистического человека, да, он, наверное, больше услышит в тихом веянии ветра, с любовью, когда человеку подумаешь. Потому что каждый человек хотел бы, чтобы его любили. А вы считаете, если громогласно, то это не всегда с любовью? Ну, может быть, и с любовью, может быть, кому-то надо и сказать и громогласно, чтобы уши там почистить или еще что-нибудь, знаете, чтобы дошло быстрее. Да, и то. Так бывает, в принципе. То есть кого-то для того, чтобы он почувствовал любовь, надо ударить, да? Ну, да, знаете, и в некоторых людей это может произвести отторжение, знаете, вот сила на силу, как говорится. Потому Бог, Он в основном разговаривает в тихом веянии ветра. Мы можем так сказать, подведя итог, именно как говорит Господь, Бог говорит либо тихо, либо громко, но всегда эффективно, да, чтобы коснуться сердца именно тем языком, который человек готов услышать. Всегда правильно говорит. Всегда правильно. Очень хорошо, может быть, вспомнить библейский стих, который записан в книге Откровения. Даже, может быть, вы могли бы прочитать его. Да, конечно. Это 3 глава, 20 стих, где Господь говорит о том, что Он постоянно хочет достичь нашего сердца. Он хочет, чтобы мы услышали Его участие, Его заботу, Его доброе слово, утешение, поддержки. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Замечательный стих. Аминь. Да, очень интересный стих. Это показывает, ну, его действия в нашей жизни. Потому что Бог стоит возле каждого человека и стучится к каждому человеку. Только некоторые люди открывают эту дверь своего сердца, а некоторые, к сожалению, не открывают.
Это выбор человека. И в этом тоже показывается любовь Бога к человеку, угу. потому что Бог уважает выбор человека, понимаете? Для меня это большое уважение к Богу. Он не ломает человека. Он любит каждого человека и уважает. Ожидание. Процесс Конечно. Ожидания Господь, для каждого Господь важен. Господь очень бережно относится к каждому из нас. Да. И Он очень бережно. Он хочет подвести нас к счастью. И только от нас зависит, как мы откликаемся на голос. Да, Бог нас с нами ведет, как мы ведем со своими детьми. Бережно. Да. То, что в моем переживании, переживании моей супруги сейчас, на данном этапе жизни, чтобы мы, чтобы они увидели Господа в своей жизни, чтобы они шли с Господом по жизни. Так же самое и Бог. Он же даровал нам жизнь. Бог угу. дарует нам жизнь. И Он переживает за нас, будем ли с Ним или не будем с Ним. Но Он уважает наш выбор. И Он будет на протяжении всей нашей жизни идти рядом с нами и ждать, когда мы откликнемся, чтобы мы... Он стучит, чтобы мы открыли эту дверь, чтобы Спасибо мог войти большое. И войти. Спасибо. Спасибо большое вам за это. Действительно, благодарим Бога за то, что Он постоянно так бережно ведет нас. Это очень важно для нас, для нашего спасения, для нашей победы. Глазами неба синего взгляни мои глаза, взгляни мне в душу пристально, что плакала душа. Твой взгляд спаситель ласковый утешит и поймет, ко мне с поддержкой братской в опасности придет. Когда мой путь не ясен мне, когда я устаю, когда о судьбе в отчаянии вопросы задаю и горькими рыданиями охвачена душа, слезами сострадания мне вторят небеса. Твои глаза прекрасны, счастливой субботы теперь в самых популярных социальных сетях. Подписывайтесь и будьте в курсе всех новостей нашего проекта. Все, кто только что включил телеканал «Надия», присоединяйтесь. Антуан де Сент-Экзюпери как-то сказал:
Подлинные чудеса не шумны, а самые важные события очень просты. Что бы вы назвали подлинным чудом вашей жизни и почему? Присутствие Бога в нашей жизни. Он постоянно с нами. Так. И Он нас ведет с самого детства, с самого рождения. Это моя вера в Бога. То, что я верю в Бога, это чудо, большое чудо. То, что миллионы людей ходят на планете Земля, и они не верят в Бога. А я верю. Чудо то, что у меня есть двое детей, это чудо, слава Богу. Чудо то, что у меня такая прекрасная жена и такая прекрасная семья, это слава Богу. И вы каждый день видите это участие Божье. Конечно. Вы, Татьяна, тоже замечаете, что Бог действует, направляет своей невидимой рукой и совершает это чудо в вашей жизни. Да, конечно. Но я хотел спросить, если чудо происходит в жизни нашей, то, что это чудо есть, это всегда однозначно исходит от Бога или, может быть, другой источник? Естественно, только от Бога. Если мы живем с Богом, то эти чудеса творит Бог. Угу. Ну, тут такой неоднозначный можно дать ответ, смотря в какой ситуации. Потому что, смотря что можно понять, что такое благословение и чудо от Бога, поймите, что другая сила, она тоже сила, да, и в той или иной ситуации она может тоже какие-то действовать, такие моменты, что ты можешь подумать, что это чудо от Бога. Но не всегда. Надо смотреть по ситуации, надо молиться об этом, надо размышлять об этом. То есть все-таки само чудо определяет наше отношение к нему. Конечно, конечно. Наше отношение к нему, к этому действию или к этому чуду. Потому что многие сейчас хотят иметь чудо. Угу. Вот чудо, тогда я поверю. Так, и, к сожалению, для многих именно чудеса являются критерием истины. Конечно. Но на самом деле именно Священное Писание, Слово Божие, Библия должна быть критерием истины и проверкой того или иного чуда. Ведь чудеса могут творить, к сожалению, и силы зла. Да, да. И очень серьезные чудеса они могут делать. И они могут проявляться в нашей жизни. И на первом этапе оно может быть как бы там нам, и как бы нам бы так и во благо нам на первом этапе. Но бесплатный сыр только в мишеловке. За все надо платить. Только Господь дает все бесплатно, потому что Он любит нас. А от силы зла они бесплатно ничего не дают. Спасибо. Что бы вы посоветовали людям, которые сегодня хотели бы услышать голос Божий? Тихий, любящий, заботливый голос Божий. Татьяна. Обратиться к Богу, наверное, все-таки. Угу. Молиться. А Бог потихоньку, Он открывается в тихом веянии ветра. В первую очередь надо научиться слышать Бога, а не себя. Не свои желания, а то, что говорит Бог. И доверять Богу. Так они услышат Бога. Интересно, вот в Евангелии от Иоанна, в 5 главе, очень важный текст, когда Христос говорит: «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне». То есть каждый день, если мы будем искать Его, мы сможем найти Его в Священном Писании, мы сможем найти в евангельских историях, можем найти руку Божью, как Он действовал в жизни народа Своего в Ветхом Завете. И это поможет нам видеть Его влияние, Его веяние, понимать Его голос, научиться видеть Его пути, Его правду. Мы хотим пригласить вас, а также наших телезрителей, чтобы всегда искать руку Божью, всегда слышать голос Божий. И это тихое веяние ветра пусть всех нас объединит в поиске победы и спасения, которое дарует нам Христос. Да, наибольшее чудо – это измененная Богом жизнь. Улетаю вдаль к далеким звездам. Самые заветные мечты, и поют сердца славу без конца, вечному престолу доброты. Невозможно выразить словами вечного престола доброты.
Друзья, давайте вместе поблагодарим Бога за замечательный вечер, который Он подарил, за общение, за вашу семью. Я хотел пригласить для молитвы подняться. Наш добрый Бог, славим Тебя за то, что Ты всегда незримо пребываешь с нами. Мы благодарим Тебя за Твой любящий, заботливый голос, который ведет нас в этой жизни. Мы просим благословения на наши семьи. Мы просим благословения на субботний день, а также просим особое благословение для наших телезрителей, чтобы Ты хранил, вел их, руководил, и дай каждому слышать голос Твой. Дай, Господи, нам быть внимательными к Тебе. И пусть Твоя любовь царствует в нас, и милость Твоя да сопровождает каждого из нас. Аминь. Аминь. Дорогие телезрители, время нашего эфира заканчивается, но субботний день только начинается. И мы желаем благословенный день провести только для добра. Мы с вами прощаемся, но помните, что вездесущий Бог всегда рядом. До следующей пятницы. Ну что ж, сейчас время накрывать наш маленький столик. И сегодня у нас будут делать детки. Как это заведено в вашей семье? А как часто они для вас делают сюрпризы такие, накрывают для вас стол? Субботнего мира в семье и в сердце. Дорогие друзья, пускай эта суббота принесет вам очень важную встречу. Счастливой субботы!